Огромная строительная площадка близ деревни Новинки Богородского района, несмотря на снегопад, работу не прекращает ни на минуту. Не отвлекаются и на выездное совещание министра строительства области Владимира Челомина. Строители, кажется, уже привыкли к постоянным проверкам. Нет, это не бюрократические препоны, просто проект здесь очень масштабный. Всего через пару лет на земельном участке площадью больше 1000 гектар разместятся 2 миллиона жилых квадратных метров. Ну а первое новоселье ожидается уже в конце этого года. Если говорить здесь, то это вот порядка 10 тысяч квадратных метров. Следующий квартал, который там, порядка 6 тысяч квадратных метров. Но если вот взять, поделить на 50, это имеется в среднем квартира, 50, то поделить вот 10 тысяч, если делить на 50, это уже сколько семей будет? Можно разделить, нет, 10 тысяч на 50? Можно, нет? Вот разделить, и сразу будет понятно, сколько семей. И а семья из 3 человек берется. Поэтому вот такое количество здесь будет проживать. К концу года, вот в сентябре, я думаю, что мы здесь уже будем заселять. Здесь прогулочная площадка, с другой стороны парковка, а еще детский сад, спортивный зал и, конечно, аптека. Застройщики наперебой докладывают министру. Это комплексная застройка в самом полном смысле этого слова. Для будущих 100 тысяч жителей тут должно всего хватать. Впрочем, в прошлом году так гладко шло не на всех строительных площадках. Да, были проблемы в течение года, были вопросы, но на то и существует, будем говорить, министерство, ведомство, чиновники для того, чтобы работать над теми вопросами, которые возникают. Я могу констатировать уже сегодня на 100%, что программу, которую губернатор утвердил, 1 530 000 квадратных метров, фактически уже сдано. Популярная среди строителей шутка последнего десятилетия. К двум главным вопросам – кто виноват и что делать? В России есть еще один, более актуальный – где жить? В стране, где ипотека с теми или иными условиями доступна каждому третьему, потенциальные заемщики столкнулись с реальным недостатком квадратных метров. Несмотря на то, что с 2007 года количество жилья, сданного в эксплуатацию, уже увеличилось в 2 раза, 1,5 миллиона квадратных метров в год – это не предел, а всего лишь перевалочный пункт. В планах губернатора Валерия Шанцева увеличить эту цифру еще в 2 раза. Причем все жилье должно соответствовать самым современным стандартам. Каждый проект обсуждают на градостроительном совете. Действительно, нужно строить не 1 530 000, как мы построили вот в этом году, в прошедшем, вернее, 2013, а 3,5 миллиона квадратных метров. Что касается функций обсуждения, то они главным образом направлены на то, чтобы не только вот строить жилье, вот как точка, жилой дом, а чтобы это жилье было обеспечено всем комплексом услуг. Должна быть комплексная застройка. А так, ну, если отпустить все это и сказать, давайте пускаемся в нерегулируемый процесс, ну, будут у нас стоять столбы этих домов, и люди будут задавать вопрос, а куда мне ребенка в детский сад везти? Кто за это будет отвечать? Только власть и все мы вместе заинтересованы в том, чтобы застройки велись в интересах людей. И сейчас строительство действительно ведется в интересах нижегородцев. Согласно опросам, большинство жителей считают, что за последние годы жилья стало больше, а его качество стало выше. Варвара Ермакова, Василий Низов, Объективно, ННТВ.